как здорово, замечательно. Я не помню, когда еще в нашей студии было так много замечательных, ярких исполнителей, так, талантливых. Конечно же, в это зимнее утро своим теплом нас согрела настоящая летняя радуга, а точнее коллектив образцово-хореографического ансамбля «Радуга». Совсем недавно эти талантливые ребята вернулись с московского международного конкурса «Роза ветров». И вернулись они с множеством наград. Сейчас вместе со своим руководителем Натальей Авраменко готовы рассказать нам, ну, собственно, о своих впечатлениях. Поздравляем вас и огромное спасибо за этот зажигательный танец. Спасибо большое. Прям я даже не знаю, с чего начать. Но давайте начнем с того, что мы знаем, что в Москву вы ездили, конечно же, не этим составом. Было больше, да? Намного больше. Вот, намного больше. Жалко. 87 детей. 87 детей. А вместе со взрослыми 106 человек нас было. Вот это 106 да. 106 человек. Да. И все участвовали. И все участвовали. В конкурсе. В конкурсе. Победить. Никто не ездил просто на экскурсии. Все работали, готовились, участвовали, побеждали и счастливо вернулись обратно. Слушайте, ну даже просто участие в таком престижном конкурсе уже престижно. Вы вернулись не с пустыми руками. Расскажите, что за награды вот держат ваши воспитанники в руках? Что это за кубки, дипломы? В общем, обо всем в порядку. Мы выставлялись в народной номинации во всех возрастных категориях, то есть младшая, средняя, старшая, и заняли все первые места. Также мы выставлялись младшая, в эстрадном. Средняя, старшая, да? Да, в эстрадном танце, также в младших, средних и старших возрастной категории. И там мы заняли одно первое и два вторых. Поздравляем, шикарно. Шикарно, действительно. Насколько был масштабным этот конкурс в этом году? Сколько у вас было? И, конечно, он международный, он был масштабный. 49 регионов представляли. Здорово. Свои, как бы, ну, театральные какие-то коллективы, хореографические, инструментальные, хоровые, то есть очень много было. А так как он международный, получается, есть, были, точнее, представители других стран? Ну, с Белоруссии были, с Израиля были, это вот очень замечательно. Да. Ну и, конечно же, давайте спросим у ребят, какие впечатления остались после конкурса. У меня вот есть волшебный микрофон вот такой вот. Да, да. А вот девочка стоит, говорит, дайте мне первый, держи микрофон. Скажи, пожалуйста, свои впечатления от конкурса. Ну, впечатления очень хорошие, нам всем очень понравилось. И... Поддержите, ребят, помогайте. Ребята, кто еще ездил? Насколько для вас это было вообще первый ли раз? Это для такие большие гастроли для вас были? Либо нет, это вообще... был не первый раз. Мы ездили в позапрошлом году. В 2013-м также, они. Вот эта группа ездила еще в 2013-м. Если опытные такие. Да, если сравнить 2013 год и этот год, в чем разница двух конкурсов? Мне кажется, в этом году было более труднее, чем в том. И тем не и менее... соперников больше было, и мы больше старались. Слушайте, а давно вы занимаетесь вот в коллективе? 8-й год. Замечательно. Ну что же, хочется напоследок спросить просто о планах. Чего ждете, к чему готовитесь? Коротенько, потому как время заканчивается. Ну... Не так много в Красноярске проходит конкурсов хореографических, и мы стараемся, конечно, во всех поучаствовать. Но вот с поездками, конечно, сложнее, потому что это все ложится на плечи родителей. Да, большое им, кстати, спасибо, что они очень поддерживают своих детей, поддерживают коллектив, отправляют их в такие поездки. Ну что же, удачи вам, конечно же, творческих успехов во всех начинаниях. Побольше замечательных, конечно же, побед, друзья. Еще раз хочу напомнить, что в гостях у нас был образцово-хореографический ансамбль «Радуга» во главе с руководителем Натальей Авраменко. Спасибо огромное еще раз за чудесный танец, который исполнили в начале.